От 8 марта до Великого Поста. Масленичная неделя уже наступила, и во всех районах города проходят проводы русской зимы. В Октябрьском сегодня на территории Парка Мира. Мы 4 дня будем отмечать на разных площадках. К сожалению, сейчас из-за условий эпидемических, которые у нас сложились, мы вынуждены делать не такие масштабные мероприятия, как раньше. Но, тем не менее, это народный праздник, праздник проводов зимы. Таким образом, мы пытаемся притянуть лето, солнце в наш город. Менее массовые, по требованию Роспотребнадзора, но не менее веселые и задорные. Праздничные забавы будут проходить как в парках и скверах, так и во дворах, так сказать, с доставкой на дом. Развлекательную программу подготовили волонтеры и депутаты райсовета, а предприниматели организовали бесплатные угощения. Наш коллектив напек эти блины, и мы угощаем всех. Мне кажется, это не такие большие расходы, как доставляешь радость людям. И я думаю, что это доставляешь и себе радость этим, что люди радуются и веселятся. Это же весна. Мы вот пришли со старшим ребенком в младшем садике, мы сюда пришли на веселье. Очень интересно, весело, ребенок радуется. Просто, да, подошла посмотреть. Очень хорошо, молодцы, организовали очень. Я думаю, что дети будут очень довольны, да и взрослые тоже. Эх, гуляй, честной народ, масленка идет, с пирогами и блинами, весну за руку ведет. Побежали, побежали. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков. События.